В Елабужском институте КФУ состоялся праздничный концерт «Мы дарим лето», посвященный Дню защиты детей. Юных гостей ждали подвижные игры, танцевальные флешмобы, сладкие сюрпризы, а также были подведены итоги учебного года в детском университете. Хочется отметить, что была увлекательная, интереснейшая программа, составлена и разработана преподавателями Елабужского института. Помимо тех интересных лекционных занятий, мы в этом году более 40 мастер-классов, вот этих практических занятий, предложили детям на разнообразные темы, в том числе главный ориентир – это ранняя профессионализация детей. То есть в этом году у нас целый блок был посвящен знакомству с профессиями. В частности, мы говорили не о традиционных профессиях, а о профессиях будущего. Конечно же, это было детям очень интересно. И, конечно же, всех ребяток сегодня мы награждаем дипломами, мы награждаем сертификатами об окончании учебного года. И, конечно же, ждем их в следующем году. Сегодня организаторы мероприятия, посвященного началу самого теплого и любимого всеми школьниками времени года, подготовили интересную программу. Дети отгадывали загадки, учились играть в шахматы и прошли квест по станциям, выполняя задания на сплочение и смекалку. Мне вот сегодня очень понравилось прыгать по ниточкам, вот мячики катать, как хоккей получилось. Детский университет возобновит свою работу с сентября. Для маленьких студентов будут организованы интересные мастер-классы, практические задания и интерактивные площадки. Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, пресс-служба Елабужского института КФУ.